Думаю, что там вопрос исключительно в контрактах о поставках вооружений. Нужно понимать, собственно, почему Россия в данном случае принципиально занимает подобную позицию. Она занимает ее просто потому, что если отдать этот, ну, как бы условно говоря, прекратить какую-либо внешнеполитическую поддержку Асада, то Сирия превратится просто в такой клубок абсолютно террористического интернационала, который на текущий момент, собственно, воюет с войсками, правительственными войсками. И куда потом вся вот эта вот террористическая отребье, собранная со всех стран мира практически, двинется — большой вопрос. И, скорее всего, на самом деле, оно двинется на Северный Кавказ. И с учетом того, что сейчас это все эти террористические группировки вооружены, туда направляется огромное количество финансов, прежде всего со стороны там, стран Арабского залива, ну, я просто считаю, то, что если Россия самоустранится из этого конфликта, то в итоге это нанесет гораздо больший ущерб России, нежели вот подобное удержание данного конфликта в хоть каком-то, но более-менее вменяемом русле. Особенно с учетом того, что последние как бы события внутри Сирии показывают то, что все-таки правительственным войскам удалось взять верх. И сейчас уже идет там некая финальная стадия добивания, в общем-то, тех, кто воюет с Асадом. Если не будет никаких там введено бесполетных зон и прочих ограничений со стороны Запада, то, я думаю, военный конфликт в Сирии, в принципе, в своей горячей фазе закончится уже в этом году.